Всем привет! Вы на канале интернет-магазина Lampa.ua. Меня зовут Андрей. Темой данного обзора будет светильник из коллекции Double от производителя Dellux. Светильник этот предлагается коллекции в одном таком исполнении на два плафона. Корпус светильника из металла, цвет хром, плафоны из стекла. Часть стекла прозрачная, часть матовая. Диаметр плафона 3,5 см. Эти части, торцы плафона закрыты, но все же маленькие отверстия есть, и они здесь на самом деле действительно нужны. Особенно это важно, когда плафон герметичный, так как тепло от лампы все же отсюда должно как-то выходить. Патроны G9, они из керамики. Максимально допустимая мощность потребления лампы 28 Вт. В комплекте будут лампы галоген. Я установил LED-лампы потреблением 5 Вт, а выдает каждая такая лампа около 40 Вт. Есть здесь на корпусе выключатель, здесь он находится. Так светильник выглядит включенным. Освещение здесь рассеивается во все стороны, освещение на самом деле хорошее. Если светильник использовать установить над зеркалом, то ширина зеркала может быть максимум 50 сантиметров. Светильник этот очень похож на светильник, который для ванной комнаты, но здесь IP защиты от пыли и влаги нет, а это значит, что он не подходит. Знаю, что не все, в принципе, придерживаются этих норм. Но если все же вы за использование светильника по назначению, тогда эта информация для вас. Крепится он с помощью монтажной планки. Размер этой крепежной части 8 см на 8. Да, и плафон здесь снимается очень легко. Просто его нужно будет стянуть, допустим, для замены лампы, либо если его нужно будет помыть. И также устанавливается обратно. А на этом у меня все. Кому понравилась данная модель, переходите по ссылке в описании. Приятных покупок. С вами был Андрей, интернет-магазин Lampa.ua. Всем пока!